Так, так, ну что? Ты готов? Я готов. Вспомнил. Вспомнил. Чего? Слушай, можешь там включить? Да работает все, твоя? Я уже включил, давай. Шарманка твоя. Дожди. Ну, ну давай, давай, все, вот. Я готов, давай. Ну, в общем, отвечала я ему. Радость жизни моей. Месяц ты мой ясный. И мне без тебя жить тоже никак невозможно, потому что люблю я тебя безумно. И буду любить, пока сердце бьется в груди моей. Но, говорю, не лишай себя молодой твоей жизни, как нужна она дорогим твоим родителям, для которых ты вся их радость. Бывает, иду по улице, и люди смотрят на меня, как на прокаженного. И сторонятся, и оглядываются. И часто говорят мне: мерзавец, иди работай, работай. А работать? А для чего? Чтобы быть сытым? Я всегда презирал людей, которые уж слишком стараются, чтобы быть сытыми. Не в этом дело, брат. Не в этом. Человек, он выше сытости. Человек. Это звучит гордо. Стыдно. Вот. С радостью туда идти надо. Вот, давай. Вот. Че ты привязался ко мне? Иди отсюда! Ладно. Вот тебе совет. Нежные девушки всякие яркие безделушки любят. Глупые, бестолковые и розовые. Понял? Ты-то откуда знаешь? А ты не смотри, что я малой. У меня баб много было, я знаю. Не надо меня снимать, ладно?